Hare Mukunda Murari Rama Krishna Hare Kriva Om Hare Hare Mukunda Murari Rama Krishna Hare Kriva Nasimha Vamana Shri Madhudu Rajendra Nandana Shyama Vishita Vamana Shriva Kusuna Rajendra Nandana Shyama Narsimha Vamana Shriva Kusuna Rajendra Nandana Shyama Vishita Yeah.
Oh,
We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 9, text number 19. Читаем Шримад Бхагаватам, вторая песня, глава 9, 19 текст. Там приямана, приямана, самупаститам, самупаститам, кавим, кавим, праджависарге, праджависарге, Ниджа, Ниджа, Сасана, Сасанаханам, Шасанаханам, Шасанахам, Шасанаханам, 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 Бабаса, Бабаса, Ишат, Ишат, Смитасочица, Смитасочица, Гира, Гира, Прия, Прия, Приям, Приям, Притимана, Притимана, Каре, Каре, Спришан, Спришан. Там Прияманам Самупаститам Кавим. Там Прияманам Самупаститам Кавим. Там Прияманам Самупаститам Кавим. Там Приямам Самупаститам Кавим. Праджа Вишарге Ниджа Сасан Арханам. 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 Бабаша Ишат Смита Сочи Сакира. Бабхаша Ишат Смита Сочи Сакира. Бабаша Ишат Смита Сочи Сакира. Бабхаша Ишат Смита Сочи Сакира.
Priya priyam prita mana kales prishan. 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 Tam priyamanam samupastitam kavim. Tam priyamanam samupastitam kavim. Praja visarge nijasasanarhanam. Praja visarge nijasasanarhanam. Bhavasa ishat smita shochi sagira. Bhavasa ishat smita shochi sagira. Priya priyam prita mana kares prishan. Priya priyam prita mana kares prishan. Tam priyamanam samupastitam kavim. Tam priyamanam samupastitam kavim. Praja visarge nijasasanarhanam. Praja visarge nijasasanarhanam. Babasha ishat smita shochita gira. Babasha ishat smita shochita gira. Priya priyam prita mana kares prishan. Priya priyam prita mana kares prishan. Tam priyamanam samupastitam kavim. Tam priyamanam samupastitam kavim. Praja visarge nija shasanarkanam. Praja visarge nija shasanarkanam. Babhasha ishat smita shochisha gira. Babhasha ishat smita shochisha gira. Priyah priyam pritamanah karis prishan. Priyah priyam pritamanah karis prishan. Там приеманам самопасхи там кавим. Там приеманам самопасхи там кавим. Праджа висарга ниджа шасанарханам. Бабхаша яша смита шочи шагира. Бабхаша яша смита шочи шагира. Приях приям притамана карес пришан. Приях приям притамана карес пришан. Кто-нибудь еще хочет? Там приямам саму пастхитам кавим. Там приямам саму пастхитам кавим. Праджа висарги ниджа шасанарханам. Бабхаша ишат смита шочита гирам. Бабхаша ишат смита шочита гирам. Я разумен бритам манакалев. Приях приям притамана карес пришан. Там unto Lord, unto Lord Brahma. Господу Брахме. Приеманам, приеманам. Worthy being dear. Достойному того, чтобы его считали дорогим. Достойному того, чтобы его считали дорогим. Самупаштитам. Самупаштитам. Present before. Представшему перед ним. Представшему перед ним. Кавим. Кавим. The great scholar. Великому ученому. Великому ученому. Праджа. Праджа. Living entities. Живых существ. Вишарге. Вишарге. In the matter of creation. В том, что касается творения.
том, что касается творения. Ниджа. Ниджа. His own. Для его собственного. Для его собственного. Шасана. Шасана. Control. Управление. Управление. Арханам. Арханам. Just suitable. К достойному. Бабаси. Бабаши. Address. Обратился. Обратился. Ишат. Ишат. Mild. Мягко. Мягко. Смита. Смита. Смайли. Улыбаясь. Улыбаясь. Шочиса. Шочиша. With enlightening. С дарующими просветление. Гира. Гира. Words. Словами. Словами. Прия. Прия. The beloved. Возлюбленный. Приям. Приям. The counterpart of love. Возлюбленному. Возлюбленному. Притамана. Притамана. Very much pleased. Будучи очень довольным. Будучи очень довольным. Каре. Каре. By the hand. Руку. Руку. С пришем. С пришем. Shaking. Пожал. Пожал. Господь же, увидев представшего перед ним Брахму, счел его достойным создавать живые существа, которыми бы он мог управлять по своей воле. Очень довольный Брахмой, Господь пожал ему руку и, едва заметно улыбаясь, обратился к нему со следующими словами. Комментарий Шрила Прабхупады. Материальный мир возникает не по воле слепого случая. Цель его сотворения – дать вечно обусловленным живым существам, нитья-бхатха, возможность обрести освобождение, следуя указаниям представителя Господа, подобного Брахме. Господь вложил в сердце Брахмы ведическое знание, чтобы распространить это знание среди обусловленных душ. Поскольку обусловленные души забыли о своих взаимоотношениях с Господом, возникла необходимость в сотворении Вселенной и распространении в ней ведического знания. На Господа Брахму возложена огромная ответственность за освобождение обусловленных душ, и потому он очень дорог Господу. Брахма в совершенстве исполняет свой долг, не только создавая живые существа, но и увеличивая число своих последователей, миссия которых – спасать падшие души. Его последователи объединяются в Брахма-сампрадаю. И до наших дней у всех, кто принадлежит к Брахма-сампрадаю, одна миссия – призывать падшие души вернуться домой к Богу. Как сказано в Бхагавад-гите, Господь страстно желает, чтобы все Его неотъемлемые частицы вернулись к Нему. И для Него нет никого дороже тех, кто берет на себя труд призывать падшие души вернуться к Богу. Есть много отступников, некогда принадлежавших к Брахма-сампрадае, которые прилагают все старания к тому, чтобы люди еще крепче забыли о Господе, и тем самым еще больше запутались в сетях материального существования. Такие отступники не могут быть дороги Господу, и Он отправляет их в темнейшие области материального мира, навсегда лишая этих завистливых демонов возможности постичь Верховного Господа. Но тот, кто служит миссии Господа Брахма-сампрадае, всегда дорог Господу, и Господь, довольный проповедником подлинного культа бхакти, радостно пожимает ему руку. Омма гьянати марандасья гьянанджана шалакалая чаксурмилитам нена тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобристам стапитам йена бутале Свайам рупакатамайам дадати свападантикам Бандехам Шри Гуру Шри Ята Пада Камалам Шри Гурун Вайшнавамсча
Шри Рупам Сакраджатам Сахагана Раганатан Витам Там Сатевам Садвайтам Савадутам Паричана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падан Сахагана Лалита Шри Вишаканитамсча Хей Кришна Карна Синду Тина Банду Чагатпате Гопеша Гопика Канта Радха Канта Намастате Тапта Канчана Горанге Радхе Вриндаванешвари Вришабанусате Деви Пранамами Хари Прие Ванча Каупата Рупьясча Крипа Синду Баевача Патитанам Паванебьо Вайшнавибьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Шри Васади Гор Бхактавинда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're reading this very important chapter of the Srimad Bhagavatam, which contains the Chatur Shloki Bhagavatam. Так мы читаем эту очень важную главу Шримад Бхагаватам, который содержит четвертую шлоку Шримад Бхагаватам. We're hearing Sukadeva Goswami instruct Maharaj Parikshit, telling him about how Lord Brahma underwent austerities in order to get the power to create. Мы видим, как здесь Шукадева Госвами наставляет Махараджа Парикшита, рассказывая ему историю о том, как Брама прошел через суровые аскезы для того, чтобы обрести силу творить материальную вселенную. Lord Brahma has important duties to perform on behalf of the Lord. От имени Кришны у Брахмы имеется очень важная миссия, очень важные обязанности. As well as doing the creation, he has to disseminate the Vedic knowledge. Помимо того, что он творит Вселенную, он также должен распространять ведическое знание. So he has a very, very great responsibility on behalf of the Lord. То есть на нем от имени Господа лежит огромная ответственность. If you read the Brihad Bhagavatamrita, Srila Sanatana Goswami describes there how Gop Kumar, the cowherd boy from Govardhan, was able to travel to different places in the universe. Если вы читали Брихад Бхагаватамриту Шрилы Санатаны Госвами, вы знаете о том, что Гоп Кумар, мальчик-пастушок с Говардхана, путешествовал по различным местам Вселенной. So he went to, first of all, went to Swargaloka, then he went to Janaloka, and then he went to Tapaloka, and after that the topmost planet in the universe is Brahmaloka, Satyaloka. И там описывается, как он путешествовал сначала на Сваргалоку, потом на Джаналоку, потом на Тапалоку, и в конце концов на Брахмалоку попал в высшую планету Вселенной. So he got up to Satyaloka and he saw the Supreme Lord is there in the form of the Mahapurush, and he saw how Lord Brahma was taking instructions from him. И там на Сатьялоке или Брахмалоке он увидел воплощение Господа по имени Махапуруша, который наставлял Господа Брахму. The Lord was personally instructing Lord Brahma there. Together, just the two of them, they were sitting, talking, and the Lord, as the Mahapurusha, was speaking transcendental knowledge to Lord Brahma. Они вдвоем вот там беседовали, Махапуруша и Господь Брахма, и Махапуруша, Господь передавал наставления в трансцендентном знании Брахмы.
So Gopkumar was thinking, oh, Lord Brahma is so fortunate. He's getting personal instruction. И Гопкумар подумал, о, Господь Брахма так удачлив, он получает личное наставление от Господа. But he's performing very, very important service on behalf of the Lord. И Господь Брахма выполняет очень-очень важное служение для Господа. So the Lord reciprocates with the devotees according to the service which they perform. То есть Господь взаимодействует с преданными в соответствии с тем, какое служение они несут для Него. Lord Brahma did not find it very easy for him to develop the powers to do the creation. Например, Господу Брахме нелегко было развить в себе все необходимые силы, способности для того, чтобы творить Вселенную. Шримад Бхагаватам describes how Brahma could not understand how to go about the creation. He could not understand even his own origin. And he was trying to find out the source of the lotus flower from which he had appeared. Описано в Бхагаватам, что Господь Брахма сначала не мог понять, что ему делать вообще, чем заниматься и как. Более того, он даже не мог понять, откуда он сам взялся, произошел. But then he heard these two syllables, which were from the Sparsha alphabet, which were joined together. Ta-pa. And he knew that ta-pa represents the wealth of the renounced order of life. Но затем он рядом с собой услышал вот эти два слога алфавита Спарша, которые вместе образуют слово ta-pa, которые обозначают богатство тех, кто отрекся от мира. So Lord Brahma could not see any other source from where this sound was coming, so he understood that it must be divine. И Господь Брахма не мог увидеть источника этого звука, и он тогда понял, что этот источник должен быть божественным. And therefore Lord Brahma began to do penance and austerities for the period of 1,000 years of the demigod. И тогда, вот в соответствии с этим звуком, Таба, аскеза, он стал совершать покаяние, которое длилось тысячу небесных лет. And because Lord Brahma was so pure in his penance and austerities, the Lord revealed to him the spiritual world. И поскольку Господь Брахма идеально совершал эту аскезу, Господь Кришна проявил для него духовный мир. He revealed to him the Vaikuntha planets, and Lord Brahma could see the Lord there with the goddess of fortune in the Vaikuntha planets. Господь Брахма смог увидеть планеты Вайкунтхи, духовный мир, где Господь находился со своей богиней процветания Лакшми. So Lord Brahma was very happy to see these things that filled him with ecstasy. И Господь Брахма был очень счастлив увидеть эту картину. Он чувствовал очень сильный экстаз. And then the Lord appeared personally in front of Lord Brahma, and he's so happy. The Lord is so happy with him. The Lord shakes hands with him. И Господь тогда сам проявился перед Брахмой и был настолько доволен им, счастлив, что сам пожал ему руку. So Srila Prabhupada tells us that this shows the relationship between Lord Brahma and the Lord is that of Sakya Rasa, friendship. И Srila Prabhupada объясняет, что вот эти взаимоотношения Господа и Господа Брахмы — это сакья-раса, дружеские отношения. Lord Brahma is a pure devotee. It's not always a pure devotee, but the Brahma in this universe is understood to be a pure devotee. Господь Брахма — это чистый преданный.
Брахма не всегда чистый преданный, но наш вот Брахма описанный здесь, это чистый преданный. But we should understand it's not easy for Lord Brahma either to become a pure devotee. He had to do a lot of austerity, a lot of penance, a lot of deep meditation on the Lord. Но нужно понимать, что вот эта чистота преданности далась не так просто Господу Брахме. Он должен был совершить много аскез, покаяний и долго и глубоко медитировать на Господа для этого. And we know that Lord Brahma had also difficulties in his own path. We heard how previous at one point he became lusty after his own daughter, and he had to give up that body. Go on from there. It was in previous creation. Before what? Before he got perfection, before he got realization of the Lord. И вот перед тем, как он достиг этого совершенства и увидел Господа, Брахма также сталкивался с очень большими трудностями. Им было нелегко. Например, мы знаем историю, как он почувствовал влечение к своей собственной дочери. But Lord Brahma did not give up, and he continued to practice, to do his austerities, and finally the Lord rewarded him. Но Господь Брахма, тем не менее, не останавливался в своих аскезах и покаяниях, и в конце концов заслужил благосклонность Господа. So this is very instructive for us in the process of devotional service. И в нашем процессе преданного служения вот это очень хороший пример. Lord Brahma, of course, is our Adi Guru. He is the first guru in our parampara. Prabhupada talks about the party of Lord Brahma. И существует гуру парампара, цепь ученической преемственности, идущая от Господа Брахмы. Прабхупады называют партия Господа Брахмы. Party, just like political party, they have, you know, when they have elections, they have different parties. One, you know, in America, and in the UK, and everywhere, and I think also here in Russia, they must have different parties. Вот так же, как здесь, в Америке, в Англии, я думаю, здесь то же самое существует. Всевозможные партии, которые вот на выборах с друг другом сражаются. Right. Do they? In Russia they have different groups, right? России, да? Партии. Yeah, different groups of people. They have their political ideals, different goals. So Lord Brahma, he is our Brahma Gaudiya Vaishnava Sampradaya Acharya, our Adi Guru. То есть разные группы людей имеют разные политические взгляды. И вот подобно этому Господь Брахма – это Ади Гуру, наш изначальный ачарья вот в этой Брахма Сампрадае. But there are other parties, of course, for Kumaras. They have their party, which is the Nimbarka Sampradaya. Также есть другие партии, вот духовные, например, идущие от Кумаров, Кумара Сампрадая или Нимбарка Сампрадая. And Lakshmi, the goddess of fortune, she has her party in the form of the Sri Vaishnavas, headed by Ramanuja Acharya. И от богини Лакшми, богини процветания, тоже идет парампара, называемая Шри Сампрадая, в которой выдающимся Ачарьей является Рамануджа Ачарья. And Lord Shiva also has his party, which is there in the form of the like Pushti Marg and Vishnu Swami is the prominent Acharya there. А у Господа Шивы своя Рудра Сампрадая, где вот мы знаем такие как бы ответвления, как Пушти Марг или Вишну Свами, вот тоже выдающийся там Ачарья. So we understand there are different parties, of course, but Prabhupada says, although there are different parties, at the same time there's also unity, that they all agree that the Lord, there's one Supreme Lord, and we are His servant. И хотя это как выглядит как различные партии, на самом деле Прабхупада объясняет, что они все
согласны в том, что нужно служить Господу, и Он является верховным центром для всех. So there is a unity there between the different Vaishnavas. То есть это единство в таком разнообразии среди вайшнавов. But at the same time you have parties which are not Vaishnava, like Shankaracharya, he also has his party. Но также нужно понимать, что есть и такие партии сампрадаи, не вайшнавские, например, сампрадая Шанкарачарьи. They also have their line of disciplic succession. У них тоже своя вот цепь, линия ученической преемственности. But they're teaching something different from the Vaishnava Acharya. Но они обучают кое-чему другому. Вот отличному от того, чему учат вайшнавские ачарьи. However, Lord Brahma, he is a Vaishnava, he is a devotee of the Lord. Но Господь Брама — это вайшнав, преданный Господа. And he is entrusted with great service on behalf of the Lord. И он уполномочен выполнять великое служение от имени Господа. His service is to disseminate this Vedic knowledge, which is so important to deliver the conditioned souls. В частности, вот он должен распространять ведическое знание, которое очень важно, ибо оно освобождает, призвано освободить обусловленные души. In Bhagavad Gita, Lord Krishna describes how much he likes the devotees who are preaching Krishna consciousness. И в Бхагавад Гите Кришна говорит, что ему очень дороги преданные, которые проповедуют этот культ преданного служения. Начатасман манушешу кисчин ме приакритама. Lord Krishna said, there's no one more dear to me than that person who's disseminating this Vedic knowledge, the knowledge of devotional service. Кришна говорит, что для меня нет никого дороже того, кто распространяет это ведическое знание, знание о преданном служении. So Lord Brahma, he actually had that good fortune that the Lord personally appeared to him to congratulate him on his penances and austerities. И Господь Брахма был настолько удачлив, что сам Господь явился перед ним и поздравил его с его успехом на пути вот этих великих аскез в преданном служении. Lord Rishabhdev also stressed the importance of doing tapasya to purify our existence. Господь Ришабхадев также подчеркивает важность совершения тапасии на пути очищения своего существования. Lord Rishabhdev had 100 sons, and Lord Rishabhdev was emperor of the world, but he was retiring to go into the forest to do tapasya. He was taking vanaprastha. Ришабхадев был императором всего мира, и у него было на 100 сыновей, но он в какой-то момент решил уйти в лес, принять ванапрасху и совершать тапасию, аскезу. Right? The Vedas say, pancha sarvam vanam brajit. Once you get to 50, half the life is over, and you should be ready to start doing some tapasya. Веды говорят, вот панчашортам ванам брачет, когда человеку исполняется 50 лет, то есть половина жизни его прошла, ему нужно все оставить и отправиться в лес совершать аскезы. Right, when we get to 50, half the life is over, we have to prepare for the next life. And the preparation for the next life is to detach ourselves from the material things in this world and to become attached to the spiritual world. То есть, когда вам исполняется 50 лет, то есть половина вашей жизни прошла, вам нужно посвятить оставшуюся половину подготовки к следующей жизни. Эта подготовка заключается в том, чтобы отречься от материальных привязанностей и привязаться к духовному миру и туда вернуться. So Lord Rishabhdev was telling his sons that he said, don't be too much anxious to enjoy the pleasures of the material world, which are there even for the pigs which eat stool. И Ришабхадев говорит своим сыновьям,
Не будьте привязаны к чувственным наслаждениям, которые доступны даже свиньям, поедателям испражнений. They have pigs, you know, the pigs, they're fond of eating. They'll eat everything you give them. They don't care what kind of food it is. You can bring all the garbage and the pigs will eat it. Свиньи известны тем, что они будут есть все подряд. Что бы вы им ни дали, они с удовольствием съедают любой мусор, любые помои. They're fond of eating and they're fond of sex. And materialistic people are very attached to these two things. И материалисты, подобно свиньям, тоже привязаны к вот этим двум вещам. Есть все, что попало, и заниматься сексом после этого. So Lord Rishabhdev was telling his sons that don't be anxious for these things, because these things, that's the business of pigs, which eat stool. И Ришабхадев говорит своим сыновьям, не будьте привязаны к этим вещам, которые доступны даже свиньям, поедателям испражнений. You should undergo some austerity, and in this way you can purify your existence. Вы должны совершать какую-то аскезу, которая позволит вам очистить свое существование. And when we purify the existence, then we can experience real pleasure. А в очищенном состоянии существования уже можно испытать настоящее блаженство духовное. The pleasure of the tongue tasting food and filling the belly and then having sex and satisfying the genitals, that is not real pleasure. That is simply the illusion of pleasure. Ибо мы все вот уже знаем, что на своем опыте, что вот эти удовольствия, которые приносят нам язык или желудок, который наполняется пищей, или гениталии в занятиях сексом, они не являются подлинными, удовлетворяющими нас глубоко. If you want pleasure like the pigs which eat stool or the dogs, then you do these things. Вот если мы только этим занимаемся, то мы уподобляемся в этом смысле свиньям, которые поедают испражнения. But if we want to experience the higher pleasure, we have to first of all be willing to undergo some tapasya. Но для того, кто хочет испытать высшее удовольствие, наслаждение, ему рекомендуется совершать тапасию. Tapasya is engaging in the process of sadhana bhakti. Тапасия является занятием садхана бхакти. Of course, four regulative principles must be there, but there must be more than just that. Конечно, и четыре регулирующих принципа надо соблюдать, но также должно быть и кое-что еще. We have to get up early in the morning. We have to chant the holy name and worship the deities. Нужно вставать рано утром, повторять святое имя и поклоняться божествам. Go and collect flowers, offer the flowers to the deity, and then cook for the deities. Собирать цветы, предлагать их божествам, затем готовить для божеств. And we have to read, we have to hear the message from the scriptures, like Srimad Bhagavatam. И также мы должны читать, слушать послания Шримад Бхагаватам. And we have to study these books very carefully. И нужно изучать книги подобные Шримад Бхагаватам очень внимательно. Шрила Прабхупада wrote to one devotee, he was the temple president in New York, and some devotees were being recommended to Prabhupada for initiation. And Prabhupada wrote back and said, have these devotees cram my purports. Cram. Cram means like when you have examination, you know, you have an examination, you have to prepare for the exam. You will study very hard, you'll stay up late the night before, you'll be up working many hours in preparation for the exam. Однажды президент храма в Нью-Йорке написал Шри Прабхупаде письмо, рекомендуя
одного преданного на инициацию. И Прабхупада в ответ спросил его, а изучает ли очень тщательно этот преданный мои книги, вот слово, которое означает, вот как человек готовится к экзаменам, мы все знаем, кто сдавал экзамены серьезные, что люди штудируют прямо перед экзаменом, не спят ночами. Вот, вот в таком же духе изучает ли этот преданный мои книги? Just like when you have some very important exam, you know, you worked, maybe you spent a few years studying a course, and they're going to give you an exam at the end of the course, and you want to pass this exam. Бывает, что человек несколько лет прям может изучать какой-то предмет, и потом он должен пройти через экзамен, который проверяет, насколько он хорошо этот курс усвоил. One of the devotees in China wanted to get a job as a lawyer. He wanted to become a lawyer, but he had to pass the exam to get those to be. He took the exam 6, 7, 8 times before he passed. Вот один преданный в Китае хотел стать юристом, но адвокатом, и он 6 или 7 раз сдавал экзамен, так не просто ему удалось это. Another devotee in Taiwan, they studied pharmacy in the university. So the devotee had the degree in pharmacy, but still she had to take an examination before she could become a pharmacist. А одна преданная вот на Тайване изучала фармацевтику. И тоже должна была пройти через экзамен, чтобы получить степень в этой дисциплине. And so she passed the university, okay, but when she came to do this examination to get the certificate as a pharmacist, it was very difficult. She couldn't pass. In UK? In Taiwan. Она училась там, вот в университете на Тайване. Этой фармацевтики, но когда пришло время сдавать экзамен по этому предмету, это было очень, что само по себе очень непросто, она не смогла пройти экзамен. So we also got an exam coming, the final exam when we leave this body. И нам тоже предстоит пройти последний экзамен во время оставления тела. We all have to give up the material body one day, and at that time, that is our final exam. Нам всем в очередной раз предстоит оставить свое материальное тело, и это называется последним экзаменом. We get tests, of course, in the course of our life. Throughout our life, we get different tests. Things happen. Но и до этого последнего экзамена мы тоже проходим постоянно какие-то проверки в своей жизни. Maybe you have a test. Maybe you get married. It's a test, you know, difficult. Например, таким испытанием является брак. Это очень непростая вещь. And then you have a child. Bringing up a child is another test. А потом нужно выращивать, воспитывать ребенка. Это еще один вызов. And sometimes you lose your job. Or you lose some money. That's another test. А еще вы бывает теряете работу или деньги. Это еще одно испытание. Maybe you have a car. You're driving your car. You smash your car. It's a test. Или бывает у вас, допустим, машина. Вы ее разбиваете. Это тоже нелегко пройти. Different things can go wrong in our life, and it's always a challenge. Makes life difficult for us. Разные вещи могут пойти не так, и это все для нас создает трудности в нашей жизни. But the big test comes at the end of life. Но самый большой вызов приходит к нам в конце нашей жизни. When we have to give up this body. Когда нужно расставаться со своим телом. We have to be ready for that test. Нужно вот к этому экзамену готовиться. We have to be able to fix our mind on Krishna. Нужно быть способным к этому времени сосредотачивать свой ум на Кришне.
Even His Holiness Satchinandan Swami was describing about one experience he had. Даже вот Его Святейшество Шачинанда Махарадж описывает свой опыт. He had some serious health problem. У него были какие-то серьезные проблемы со здоровьем. And he was close to death. И он был близок к смерти. And he said it was so difficult. He found it so difficult to think of Krishna. И он обнаружил, что в такой момент очень трудно думать о Кришне. He understood that, wow, it's going to be so difficult. Fortunately, Satchinandan Maharaj did not die that time. But he said, I understood how much more serious I have to become to prepare myself. И, к счастью, в этом случае Шанчинандан Махарадж не умер, но он сказал, что это очень сложно в момент смерти думать о Кришне, и я должен стать еще более серьезным, чтобы быть способным на это. So we all have to think about these things. We have to prepare ourselves for this life, how we're going to live in this life, how we're going to meet the problems of life. Мы все должны вот постоянно думать об этом, постоянно готовиться к этому и как бы в таком сознании встречать все трудности в жизни. So we are preparing ourselves in the course of this life. We want to purify our existence and go on to experience real pleasure. То есть как бы мотивом в жизни должно быть очищение существования постепенно и способность испытывать высшее наслаждение, высший вкус. Lord Brahma was able to do that. И Господь Брахма с успехом вот добился этого. That he purified himself, he was able to see the spiritual world, he was able to see Vaikuntha. О, настолько очистился, что был способен увидеть Господа и планеты Вайкунтхи духовные. He saw the Supreme Lord along with all of his intimate associates. Он увидел Верховного Господа вместе с его близкими спутниками. People like Nanda and Sunanda, they were all there with the Lord. Там были такие его слуги, как Нанда, Сунанда. And then he saw the goddess of fortune was also there with him. Также он увидел вместе с Господом его богиню удачи. Brahma was filled with ecstasy, seeing all of these things. He became so joyful. И естественно Брахма погрузился в сильный экстаз, очень был рад это все увидеть. And the Lord was so pleased with Lord Brahma that the Lord personally appeared in front of Lord Brahma. И Господь, в свою очередь, очень был доволен Брахмой и лично предстал перед ним. And congratulated him. Well done. Well done. И поздравил его. Здорово, отлично, отлично сработано. Just like somebody does some nice service, maybe they distribute a lot of books, or they do some wonderful preaching. We want to congratulate them. Как вот мы, например, иногда, если кто-то распространил, положил много книг или какую-то хорошую проповедь, вот провел успешную, мы все его хотим и поздравляем. The Lord reciprocates with His devotees. He's grateful to them for the service which they perform. То есть Господь взаимодействует со своими преданными. Он очень признателен за служение, которое они ему оказывают. Krishna says in the Bhagavad Gita, as you surrender to me, I reward you accordingly. В Бхагавад Гите Кришна говорит, как человек предается мне, так я ему и отвечаю. We've given everything we have to the Lord. We've tried we've given up everything for the service of Krishna. How much grateful Krishna is. И можно только себе представить, насколько благодарен и признателен нам Кришна, если мы ради Него
жертвуем всем, чем можем. And Lord Krishna shows us also his own example, how he served his spiritual teacher. И сам Кришна показал на своем примере, как он посвятил себя служению своему духовному учителю. Right? Sandipani Muni was the guru of Lord Krishna. Lord Krishna had gone with Lord Balaram to stay in Sandipani Muni's ashram. Мы знаем, что Господь Кришна вместе со своим братом Баларамой, они учились у своего гуру Сандипани Муни в ашраме. And it's described how one day Lord Krishna, along with Sudama, the Brahmana, went together into the forest to search for wood. И однажды Господь Брама, Господь Кришна со своим другом Судамой, который тоже обучался у Сандипани Муни, отправились в лес за дровами. In the Vedic culture, they would, in the ashrams especially, they would do fire sacrifice every day, they would burn the wood. В ведической культуре постоянно совершались вот браманами огненные жертвоприношения, яги, и для них нужны были дрова. Do you cook on gas here? Вы тут на газе готовите? You have the gas, yeah? Газ тут. And electricity. And electricity, yeah. Yeah. So, in the Vedic culture, they would use wood and cow dung. А в ведической культуре использовали дрова и коровий навоз сушеный. And so Sudama and Lord Krishna were in the forest collecting the wood to bring back to the ashram. But it happened, there came a big storm, big dark clouds appeared and it became very dark, and then there was heavy rain. Итак, Господь Кришна вместе с Браманом Судамой собирали в лесу дрова, и вдруг внезапно поднялся большой сильный шторм, небо заволокли черные тучи и пошел сильный дождь. And Lord Krishna and Sudama could not find their way back to the ashram. They were lost in the forest. They spent the whole night there. И в этой темноте Господь Кришна с Судамой заблудились, не могли найти дорогу домой, и пришлось всю ночь провести в лесу. Lord Krishna and Sudama, the two of them, young boys at the time, they were just young boys. They were the whole night in the forest. They couldn't find their way back to the ashram. То есть Кришна и Судама тогда были маленькими мальчиками, и вот они, им пришлось всю ночь провести в лесу, они не могли, они заблудились. And the next morning, Sandipani Muni came with all the boys from the ashram. They all came looking that what happened to our two boys? Where's Krishna and Sudama? Why they didn't come back the whole night? А на следующее утро обеспокоенный их учитель Сандипани Муни с другими учениками стали искать их по всему лесу, куда подевались Кришна и Судама, почему их не было ночью. And Sudama finally found Krishna and Sudama, and he heard how they couldn't find their way back the whole night because the heavy rain had washed out the path. They couldn't see the path to get back. И в конце концов Сандипани нашел Кришну и Судаму, и вот выяснил, что они заблудились, потому что сильный дождь размыл все дороги, невозможно было понять, куда и как идти. So Sudama, when he heard this, he embraced the two boys and said, "Oh, you have suffered so much for me. I'm so much indebted to you." И Сандипани Муни обнял Кришну и Судаму и сказал: «О, я очень обязан вам, вы ради меня пошли на такие жертвы». And Sudama gave blessings to them that they would always remember all the Vedic mantras which they learned. И в частности Сандипани Муни благословил их, сказав, что вы всегда будете помнить все ведические мантры, которым я вас обучил. Okay. Have you learned a lot of Vedic mantras? А вы вот много ведических мантр знаете?
We're supposed to know a lot of Vedic mantras. Надо вот хорошо бы знать много ведических мантр. Gajendra, even the elephant, he was saved from the crocodile because he remembered a Vedic mantra. Например, Гаджендра, слон, он был спасен, когда его схватил за ногу крокодил в реке, тем, что он вспомнил ведические мантры, которые он выучил в предыдущей жизни. Gajendra's mantra brought the appearance of the Lord, and the Lord cut the throat of the crocodile and delivered Gajendra. И своим вот воспеванием этих ведических мантр Гаджендра призвал Господа, который отрезал голову крокодилу своим диском. And so Srila Prabhupada says there how we have to memorize, we have to recite these Vedic mantras, we have to know, and they can deliver us in the future. Прабхупада говорил, что поэтому мы должны учить и повторять ведические мантры, ибо они способны спасти нас в будущем. So Lord Krishna was there serving his guru, and Sandipani Muni was so much indebted and obliged to him, he gave blessings. И вот Господь Кришна служил своему гуру Сандипани Муни, и тот был очень доволен им и благословил его. And similarly here we see the Lord giving blessings to Lord Brahma, because Lord Brahma wants to get the power to create, so the Lord is coming and he's blessing him. И вот подобно этому мы видим вот в сегодняшнем стихе, что Господь Кришна благословил за его аскезы Господу Брахму, и тот обрел способность творить. Because Brahma's desire to do service it's not for his own sense gratification, but he sincerely desires to do service for the Lord. Поскольку вот это желание творить, которое было у Господа Брахмы, оно не было эгоистичным, он через это хотел служить Господу. You know, sometimes people come to Krishna consciousness, but they're duplicitous. They have some other motivation. Their motivation is not simply to Krishna, but they have some kind of material purpose. Поскольку бывает иногда так, что люди приходят в сознание Кришны, но они лицемерят. У них есть, помимо как бы желания служить Кришне, также какие-то свои. But Lord Brahma is not duplicitous. He has no material purpose in mind. He simply wants to do service for the Lord. Но Господь Брахма не был таким лицемерным, двуличным. У него просто было одно желание служить Господу. So this is why his service is so pleasing to the Lord. Вот почему его служение было так приятно Господу. Because the Lord wants that pure devotion. He doesn't want that devotion mixed with material desires. Поскольку Господь хочет чистой преданности от живого существа, а не смешанной с материальными желаниями. Rupa Goswami describes what is pure devotion. Rupa Goswami описывает, что является чистой преданностью. The highest devotion is that which without any desire for fruitive activity or even the desire for liberation. Rupa Goswami говорит, что чистое предназначение — это служение без всякого желания плодотворной деятельности или желания освобождения. One simply wants to serve Krishna for the pleasure of Krishna. Человек должен просто хотеть служить Кришне ради его удовольствия. So that is what we want, that is the goal, that is the highest level of devotion. Такова наша цель, да, это высочайший уровень преданного служения. We want to cultivate that pure, unselfish desire, simply to satisfy the Lord. Мы должны культивировать вот это чистое, бескорыстное желание удовлетворить чувство Господа. And if we can come to that level, Krishna will be so pleased, he will come and shake hands.
И если мы взойдем на этот уровень, Кришна будет очень доволен и тоже пожмет нам руку. Hare Krishna. Hare Krishna. Any question? Есть ли вопрос? Я даже вам в WhatsApp скину вопрос по-английски. We have a question on WhatsApp. Вам скину. One second. От тебя, да? Govinda Krishna, Hare Krishna. If the Diksha and Shiksha Gurus are one person, it turns out that the Diksha Guru is asked every day questions that he usually not to be asked by the etiquette. Is this a normal situation? This is question on yesterday lecture from Yuvati Shachi Mataji. Перевод. Если Дикша и Шикша Гуру это одна личность, то получается, что Дикшу Гуру спрашивают каждый день, задают вопросы, которые обычно нельзя спрашивать по этикету. Нормально эта ситуация? Я не очень понял, что это значит. Personally, I don't follow this, what it means. I don't follow. Questions is not to be asked. Our English is not always right. Махарадж тоже не понял смысл вопроса. Что это значит, что Дикша Гуру задают вопросы, которые обычно по этикету не должны задаваться. Если вы слышите Ювати Матаджи, то поясните как-нибудь. Да, я буду перебиться. Я правильно поняла, если мы все связываем с Кришной, работу, семью, служение, все связываем с Кришной, в момент смерти, все наши привязанности, они же будут все равно. Кришна нам поможет вспомнить его. И в течение жизни мы все привязаны. So if during our life, being engaged in our family affairs, our service and our job, we would try to connect all this with Krishna, service of Krishna, will it help us to memorize Krishna in the moment of death? Well, yes. If you're connecting all of these things to the service of Krishna, then definitely it will help you. Да, если вы все это связываете со служением Кришне, это безусловно поможет вам. You want to do everything in Krishna consciousness. Your job, how do you connect your job in the service of Krishna? Например, вы все пытаетесь связать с служением Кришне, вашу работу, например. А как вы вашу работу связываете со служением Кришне? Yeah. Пожертвование, то, что я плоды отдаю на миссию. I give up fruits of money from my job to mission. To mission. Also during the, my work, I can hear Srimad Bhagavatam and chanting Japa. During your work. Во время работы. Okay, good. Хорошо. So mainly I connect my fruits of my works with the service of Krishna. Yes, that's nice. What about your family? Это хорошо. А как насчет семьи?
I feed them prasadam. Only prasadam. Только prasadam. Я готовлю только prasadam, а они кушают. I'm cooking for myself only prasadam, but they cook whatever they want. They cook for themselves. Они сами себе готовят, да? Yeah. Okay. Нормально. Yeah. Of course, attachment is there for them. You have some duty, responsibilities. You have to take care of your family. We should not be neglectful in these duties. Да, у нас есть вот какие-то обязанности, ответственность какая-то, и мы такая ежедневная, и мы не должны пренебрегать и должны быть внимательны в ее исполнении. And if you can do things like giving them prasadam and let them hear the holy name, then it's very good. Но если при этом вам удается покормить членов семьи прасадом и как-то они слышат святое имя, то это очень хорошо. Или еще вот они же меня отпускают на служение. Это может быть им благо, как бы тоже они связываются с Кришной тем самым. And also they allowed me to be engaged in different ways in devotional service. This is also goes to a benefits. Good for them. They're not against. In other words, they don't oppose your practice of Krishna consciousness. То есть они не против, да, как бы не мешают вам практиковать. Yeah. Don't make any obstacles for me. So when do you do your chanting? Sorry, what? When do you do your japa? When? Yeah, what time? А вы в какое время джапу свою читаете? Like personal darshan. Huh? Looks like personal darshan, she said. Джапу я читаю утром. I'm trying to chant japa as early as possible. What does that mean? Это в какое время? Четыре. Ну, сейчас, по крайней мере, сейчас такой период, прям, я встаю в четыре, и до восьми у меня вся сама. At least now, currently, this is a good life period for me. And I wake up in 4 o'clock and up to 8 o'clock, all my japa is finished. But sometimes my japa is breaking during the day. Well, every day she can wake up 4 o'clock and do japa in the morning? Каждый день вам удается в 4 вставать и читать джапу? At least 10 last year days, I wake up at 4 o'clock and chant my japa. Last what? 10 days. Oh, last 10 days. And before, it's periodically, different circumstances. Yeah. Okay, so. Yes, you want to. If you do these things in the service of Krishna, you have to consider that this is also your service to Krishna. Получается, если вы вот вам все вот перечисленное удается связывать с Кришной, то тогда вы это должны рассматривать как часть вашего служения Кришне, как бы, которую не обойти. The work we do should not be something which is against the principles of devotional service. И работа в идеале, которым мы занимаемся, не должна быть, не должна противоречить принципам преданного служения. Right? You don't want to be working in a bar or selling meat and fish and eggs. Например, мы не поощряем работу в каком-нибудь баре, где люди продают мясо, рыбу, яйца. You want to have work which will allow you to keep your purity. Мы хотим, чтобы у вас была работа, которая позволяет вам чистоту поддерживать свою. You want to clarify his question? Yeah.
usually, as far as I understood, usually we don't ask our Diksha Guru about some day-by-day things, some practical things. We usually clarify it with Shiksha Guru, but if our Diksha Guru and Shiksha Guru are the same, what to do? Well, I never heard that you cannot ask your Diksha Guru about these things. For example, I personally have some guru say that don't ask me about your family, should I marry or not, something like this, just spiritual things. Махарадж говорит, что я не слышу, а Матаджи прояснил свой вопрос, то есть она говорит, что если Дикша Гуру и Шикша Гуру это одно лицо, и обычно мы Дикша Гуру не спрашиваем какие-то бытовые вопросы по этикету. И я сказал, что тоже такое слышал, что иногда гуру говорит, не спрашивайте меня там о семье, там, жениться, разводиться, ну все такое, переезжать, не переезжать, чисто духовные вопросы задавайте. А Махарадж сказал, что я никогда не слышал такого, что нельзя гуру спрашивать о таких повседневных делах также. Yeah, sometimes people ask things like, you know, what job should I take? Is this the right job or not? Например, иногда люди спрашивают, какую мне работу, где работу, как, где работать, ду, такую вот должен я работаю идти или нет, в таком духе. So I think, практически well, вещи. I don't know enough about your country and your situation, and I said you have to decide these things yourself. Ну, просто вот я могу не знать просто вашей страны, вашей обстановки, вашей ситуации. И в этом смысле вы должны сами решать. Sometimes sometimes there will be problems between devotees and what should I do about this problem? And I say, well, you know, these are not always, this is not something I can really tell you what to do. You have to work with people who are more involved with the management rather than me. Иногда у среди преданных возникают какие-то проблемы, и люди спрашивают, что же делать, как поступить. И я тоже могу все ситуации как бы не чувствовать, и поэтому вам лучше обращаться к тем преданным, которые больше вовлечены вот в какое-то управление, руководство, менеджмент. Yeah, there's people involved with the management looking after the affairs of the temple. It's not for the spiritual master to get that he can't be involved personally with all of these different things. Вот в этом смысле духовный учитель как бы с трудом вовлекается вот в такие вещи, за которые отвечают непосредственно менеджер, который чем-то там управляет храмом, допустим. Он чуть-чуть просто не погружен в это, и в этом смысле не очень практично к нему обращаться за этим. You know, how often do I, someone like me, how often do I come here? I hardly ever, in 3 years I couldn't come. So how many days in a year I can be here? 2-3 days in a year, how I can possibly know everything about what's going on here? Вот, например, я к вам приехал, там, ну, в лучшем случае, раз в год, на 2-3 дня. Вот насколько для меня возможно погрузиться, ну, ощущать вашу обстановку, вот, и дать как бы адекватный совет, что у вас происходит. So you have to make these kind of decisions about the ordinary daily affairs and the material side of it. You have to handle that yourself. It's not the job really of the spiritual teacher. Вот, вот тогда понятно становится, что это действительно не очень-то задача духовного учителя заниматься вопросами, которые вы сами должны уметь решать. We can give some advice about the general principles, how we should live and how we should organize our life. Мы можем и должны получать какие-то советы от духовного учителя, как мы должны жить вообще, а принципы сами, как нам организовывать свою жизнь принципиально. Но детали уже, вот это наша часть работы, как что происходит. А как
решимость увеличить служение Кришне. То есть бывает часто, что решимости не хватает, очень мало, и знаешь, что надо, да, но решимости нет. Вот. Как вот решимость увеличить служение Кришне? How we can increase our determination in devotional service? It's happens sometimes that I understand that I should do this, but I feel lack of determination for this. How this can be increased? Well, determination comes about by strictly following regulative principles. You mean of devotional service? Yeah. И решимость приходит от строгого следования самим принципам преданного служения, то есть воспевания, слушания и так далее. And sometimes we do things like make vows about certain things. Иногда даже мы принимаем какие-то обеты в преданном служении. Just like we make vows when we take initiation. Например, вы даете обеты во время инициации. We have to have the determination to keep these principles. И должна быть, соответственно, решимость поддерживать следование этим обетам. So the more we deviate from the principles, then the weaker our determination comes. И чем больше мы отклоняемся от следования этим принципам слушания, воспеванию, тем слабее становится наша решимость. A little inattention one time causes more inattention the next time. Некоторая невнимательность сначала в следовании принципам перерастает в еще большую невнимательность потом. Решимость, да. Our determination becomes weaker and weaker the more we give in to the desire for sense gratification. Наша решимость становится слабее и слабее день ото дня в соответствии с уровнем нашей вовлеченности в чувственное наслаждение. So we have to make great efforts to control the mind and senses. Поэтому нужно прилагать большие усилия для контроля ума и чувств. We have to hear about the importance of determination. Нужно слушать о важности решимости. We hear about the great sages and the great yogis and how they did so much austerity, how they were so determined. Мы слушаем вот как великие мудрецы, йоги, как они совершают великий аскез, как они решительны в этом. So we should become inspired by hearing about them. We should want to follow some of their example. Мы должны получать оттуда вдохновение, мы должны хотеть следовать их примерам. So everything comes about by devotional service. То есть все вытекает из самого преданного служения. All the good qualities come just simply by devotional service. Все хорошие качества развиваются в человеке просто благодаря преданному служению, слушанию, воспеванию. We want determination. We should increase our hearing and chanting. Поэтому, если хотите одного из этих хороших качеств решимости, вы должны увеличивать качество своего воспевания. Do more hearing and chanting. Просто больше воспевайте и слушайте. And this will help us to be more determined. И это поможет вам быть более решительным. Сейчас как бы продолжение вопроса. Получается, если я плохо читаю джапу, мало читаю книги, то у меня не будет решимости выходить книги распространять. То есть, вот, получается, нужно это больше читать, больше практиковать, да, чтобы была решимость выйти на улицу. А так, получается, нету. Если ты не хочешь выходить на улицу, нет решимости, значит, ты плохо читал джапу, книги. Means, for example, if I don't want to go out on the street for book distribution, means my chanting of japa is weak and I'm not reading books enough. No, doesn't mean that. Нет, не обязательно. Not everybody's service is to go out on the street and distribute books. Потому что не каждому такое служение подходит выходить на улицу с книгами. There are other ways to distribute books than just going out on the street. Можно по-разному распространять книги, не только выходя на улицу. You can sit beside a computer and you can distribute a lot of books. Можно сидеть за компьютером и распространить много книг.
If you're thinking about distributing books, there are many different ways you can do it. Если вы думаете о распространении книг, то можно обнаружить много разных способов это делать. You can get other people to distribute books by your own words, your own efforts. Можно даже других как-то вдохновить распространять книги вот своими какими-то усилиями, словами. You have to think how you have to think if you really want to do something, you find the ways to do it. Если вы о чем-то думаете постоянно, то вы обнаружите способы, как это сделать. It's not just you have to go out on the street. Это не только выход на улицу, чтобы для распространения. Вот это единственный способ это делать. But we have congregations, we have people, so many people coming here and who know Krishna consciousness, and you have so many friends, people you know. You can distribute books to them. Например, вот община есть какая-то, люди приходят в храм. Есть у нас друзья, какие-то знакомые, и можно этим всем людям распространять. You can put adverts on the internet, you can make some nice advertisement, somehow get people to purchase books. В интернете можно какую-то рекламу размещать, чтобы люди покупали книги. If you put a nice ad, you know, you had some kind of nice offer, people become interested, they want the book. Если как-то вот сможете привлекательно это представить, какие-то some discount, какие-то там скидки, ну короче, всякие способы, что людям становится это привлекательно, то так можно тоже распространять книги. Спасибо. Санька. Yes. Как Брахман проповедует кому? In which way Brahma preach to whom he is preaching and how he is doing this? What is exact process of his preaching? Well, Brahma has several sons. У Брахмы есть сыновья. Right. There's a Manu, Svayambhuva Manu, and Manu Svayambhuva. We have Narada Muni. Narada Muni. There's many, several sons of, who is the other sons of Brahma, is it? Kashyapa, Marichi, and so on, seven rishis. See, he instructed them. У него много сыновей разных, вот, и он их, им дает наставления. And sometimes he comes to as a grandfather, and he comes just like Priyavrat. There was a problem with Priyavrat. А иногда он приходит как уже дед, как бы, ну, уже к сыновьям своих сыновей, например, вот он пришел. Priyavrat was with Narada Muni doing austerities in the mountains. К Priyavrat пришел, который занимался аскезами на горе и беседовал с Narada Muni. And Manu wanted them to come back. Manu said, "No, you got to come home. I'm going to take Vanaprastha. You have to become the ruler." Manu ему говорил, Priyavrati, "Нет, возвращайся. Ты должен стать правителем. Не надо вот тебе эти аскезы все." And Narada Muni said, "No, don't go back. They'll get you married. Don't go back." А Narada Muni говорил, Priyavrati, наоборот, "Не-не-не, не возвращайся. Не надо там править или жениться. Давай продолжай совершать аскезы." So Lord Brahma had to come. He's the grandfather. He had to come. И дедушка вот Брахма вынужден был вмешаться, прийти к Priyavrati. And when there's trouble in the universe, they all go and they pray to Brahma and tell him about it. Когда вот какие-либо проблемы не возникают во вселенной, всем приходится обращаться к Брахме, молиться ему. Mother Bhumi, she came to Lord Brahma, complaining about all the demonic kings. Например, вот мать Земля Бхуми Деви обратилась вот 5000 лет назад к
Брахме, жалуясь на демонических царей. Lord Brahma had to pray to Lord Vishnu. И Брахме пришлось молиться Господу Вишну. And then he gets an instruction from Lord Vishnu that I'm going to come. You should all take birth in the Yadu dynasty. И Господь Вишну дал наставление Брахме и другим, сказав, что вам нужно родиться в династии Яду, я сам тоже приду скоро. So, Brahma's quite busy guy. То есть Брахма такой занятый человек достаточно. Big job, you know. Много работы у него. It's not just only do the work at the beginning and then sit back and do nothing. Не так, что он вначале вот тут хорошо потрудился, а потом уже сидит, загорает, ничего не делает. He's also involved in many all the different affairs going on in the universe. Нет, он постоянно вовлечен в всевозможные дела Вселенной. And he has to think also about his own death. И также ему приходится думать о своей собственной смерти. He has to also prepare. Он тоже готовится к ней. Otherwise he'll come back again. Иначе ему придется опять родиться. So, Lord Brahma is not always a pure devotee. И Брахма не всегда чистый преданный. В интернете по лекции спрашивают Татьяна, какие ведические мантры, кроме Махамантры, Махарадж рекомендует заучить? What is your recommendation? Which Vedic mantra we should learn besides Hare Krishna Махамантра? Oh, there's so many mantras you got to learn. Много мантр есть, которым хорошо обучиться. Of course, we all pray, we offer the prayers to Lord Nrisimhadeva regularly. Например, на Нарисимхадеву мы регулярно молимся. And we offer prayers to Tulsi Maharani. Tulsi Maharani. Worshipping Tulsi every day. Каждый день поклоняемся Тулси. We offer prayers to Lord Chaitanya when we every evening with Gora Arati. На Гора Арати вот каждый вечер мы поем Господу Читани молитву. Prabhupada chanting, you can hear Prabhupada chanting the prayers to the six Goswamis. Например, можно слушать, как Прабхупада воспевает молитву шести Госвами. And the Brahma Samhita. Брахму Самхиту воспевает. We have the prayers by Queen Kunti. Молитвы царицы Кунти. We have the Purusha Shukta. Brahmanas like to chant Purusha Shukta. Брахманы любят воспевать Пуруша Шукту. In the month of Kartik, we worship the Lord in the form of Damodar. We sing Damodar Astikam. Месяц Картика мы поклоняемся Господу Дамодаре и воспеваем Дамодараштаку. You can sing also Gopi Gita. Gopi Gita можно петь также. 19 verses in the Shrimad Bhagavatam. 19 стихов из Шримад Бхагаватам. There's the Venu Gita. Venu Gita есть. There's the Uddhava Gita. Uddhava Gita. There's so many prayers. Множество молитв есть. So you can recite every day. Можете каждый день вот что-то воспевать, повторять. Some people say, oh, I cannot remember. Некоторые говорят, у меня память никудышная, не могу ничего запомнить. Но это не так, если вы каждый день что-то будете повторять, вы рано или поздно запомните. Just like we recite Guru Vastakam every day. Например, Гуру Ваштаку уж мы поем каждый день. Запомнили как-то. And Guru Vandana. Guru Vandana. So many prayers we are singing. Много молитв мы поем. So we chant them every day, we start to remember them. И если вы каждый день что-то повторяете, вы запоминаете рано или поздно. When we have the deity greeting, we have the two verses from the Brahma Samhita. Вот когда приветствие божеств происходит, мы поем, слышим молитвы из Брахма Самхиты. So these are all nice Vedic mantras. Это все замечательные ведические мантры. We have the Ishopanishad. That is Vedic mantra.
или вот классические ведические мантры, это Ишопанишат. You want the strict Vedic mantra, then the Ishopanishad. Если прям, Shruti. Если хотите прям строго вот такие образцовые ведические мантры, Шрути, выучить это вот Ишопанишад, в частности. People will say Shrimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, that is not Shruti, that is Smriti. Некоторые вот говорят, что Шримад Бхагаватам, Бхагавад Гита, это не Шрути, это Смрити. So you want the Shruti mantra, so Ишопанишад. Хорошо, хотите Шрути мантры, пожалуйста, Ишопанишад. Oh, можем воспевать каждый день. Чтобы осознать лучше себя, лучше тапу применять или, ну, вот, что, или вот удовлетворение, ну, как, каким путем, ну, чтобы вот, осознать лучше себя. И ну то realize ourself what is the best way we should engage in some tapa or what is the way best way for self realization. Krishna consciousness. Сознание Кришны. By chanting Hare Krishna and engaging in service for the Krishna conscious society. That's the best way. Повторение Хари Кришна и служение обществу сознания Кришны – это наилучший, наибыстрейший способ самоосознания. Take up some nice service for Krishna. Возьмите какое-то служение хорошее для Кришны. Maybe you're a cook, maybe you're a pot washer, maybe you're a good vegetable cutter. Может, вы повар, может, вы мойщик посуды, может, вы резчик овощей. But do something, do some service for Krishna. Что-то делайте для Кришны, какое-то служение. Clean the temple. Мойте храм. Take the garbage out. Выносите мусор. Do something for Krishna. Что-то делайте для Кришны. Hearing and chanting, yeah, you have to do that also. И также нужно слушать и воспевать. Understand, yeah? Понимаете? Да. А вот вы говорили о чистом преданном служении, вот поподробнее, вот о Рупе Госвами там, или это. Ну, вот, когда можно откомментировать? Там в нектаре преданности или где-то там. Что откомментировать? Ну вот, чистое преданное служение. Или ну, что там, такое чистое? Рупа Госвами кому-то говорил он это. Или он наставление давал. И? В нектаре это было. Ну да, Бхактирасамрита Синдху, да? Бхактирасамрита Синдху, да? Он дал вот эту формулу, дал чистое предназначение. Нам вопрос задают, как это? Да, да. Ну, я понял, что не только чистое надо выполнять служение, но иногда и это, выносить мусор там, да, убираться. As far as I understand, that there is some difference between pure devotional service, which you mentioned, it's Anyabhilashita Shunyam by Rupa Goswami, and some practical service, for example, take out garbage and so on. Is it correct? Well, it's all absolute, actually. It's all for the service of Krishna. If you do it for Krishna's pleasure, there's no difference. Нет, это все абсолютно. Если вы занимаетесь чистым преданным служением и для Кришны, например, тот же мусор выносите или служение делать какое-то, если этого делать для удовольствия Кришне, это все становится абсолютным, все становится чистым преданным служением. It's not what you're doing, it's the manner in which you're doing it, the mood which you have in doing it.
То есть вопрос не в том, что вы конкретно делаете, а настроение, мотивация ваша, ради чего вы это делаете, почему? Are you doing it lovingly or are you doing it grudgingly? Grudgingly means, means by force. You didn't want to do it, yeah. Вы делаете что-то с любовью, с желанием, или как бы вас заставили, принудили что-то делать? Okay. Yes, understand. Понимаете? Да. Hare Krishna. Okay, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Maitavrinda ki jai. Нарисимха Махарадж ки jai. Is it possible to take out for Birabhijaya element? What's your name? So it's possible to make a conversation with both of them now, here or in some place? Not too much. Microphone, huh? Microphone, huh? Yeah, I'll try. Yeah, I'll try.